Это уже 22-й год, как организовывается базар благотворительный. Ага. А с какой метою вы это все робите? Основная цель благотворительного базара – это собрать средства на проведение грантового конкурса Международного женского клуба. Он тоже проводится каждый год. Наши группы бенефициаров – это женщины, дети, люди преклонного возраста и люди с ограниченными возможностями. Співробітники посольства, кухня резиденції посла. I enjoy being in Ukraine, in Kyiv. Yeah, I like very much Ukrainian food. I like borscht. And yes, cultural, I like. Вы давно помогаете, вот ваша страна помогает Украине? Ну да, конечно. Это, я не знаю, есть здесь 2 года, да? И каждый год мы делаем такие мероприятия и помогаем, конечно. Это для детей, там много проектов, все связаны с детьми. Это благотворительная акция, мы с радостью участвуем. Венгрия участвует, как всегда, как в каждом году. Чем еще ваша краина? Очень много помогаем. Всякие гуманитарные акции, там, лекарства и так далее. Принимаем раненых ваших солдатов. А вот это что у вас? Вот это что такое? Это такое украшение на стене из тыквы. Это из тыквы? Из тыквы, да. Ручная работа, handmade. О, вышиванка. Да, вышиванки. Есть какие-то элементы тоже похожи у вас в Украине. И такой фольклор, что очень жаркий. Ага. Да, и у нас тоже в Мексике. Вы будете ехать в зону АТО? Ну, ходить там благотворительную ярмарку? Пока нет такой необходимости. Именно нам. Мы культурный центр. Если к нам обращаются, мы помогаем. Do you go to the Donbass to Ukrainian children? Will you go? Yes, yes. I have 3 trips planned for an orphanage. Mm-hmm. I have some private parties that I love kids. Пожелать нашей Украине, ну, в этой ситуации. Ну, смотрите, все будет к лучшему, потому что я так понимаю, что конец будет один, что вы будете там победить. Любит больше Украину, будет более идентично, любит Украину.